Геннадий Головкин выиграл Ванессу Маркисяна нокаутом во втором раунде. 35-летний казахстанец защитил титул чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации WBA с приставкой «Супер» и Всемирного боксерского совета WBC в весовой категории до 72,6 кг. За эту победу он получит 1 миллион, тогда как представителю США достанутся 250 тысяч долларов. Головкин защитил титул WBA уже в 19 раз. Теперь ему предстоит провести защиту пояса IBF против обязательного претендента украинца Сергея Деревяченко.